Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Александра Эпова вновь вышла на одиночный пикет в защиту своего отца, который был приговорен к 7,5 годам строгого режима за преступление, которое, как считает девушка, он не совершал. В этот раз Александру поддержали ее друзья и знакомые, которые также стояли с плакатами на площадях города. Повод сейчас напомнить суду об уголовном деле Юрия Эпова. В очередной раз выхожу на пикет после 23 июня. Мы подали жалобу, но окончательно ее приняли 18 июля. Сейчас рассматривается жалоба, да. И когда я позвонила, мне сказали, что могут дать разрешение, а могут не дать разрешение на суд. Я считаю, в таком деле, где есть новые обстоятельства, где этого убиенного, свиренного избивали сотрудники полиции, необходимо рассматривать по новой. И суд должен состояться. Я требую справедливого рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Юрия Эпова обвиняют в причинении тяжкого вреда, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. По версии следствия, мужчина избил некоего Григория Свирина, который скончался спустя день от разрыва печени. Дочь Эпова уверена, что отец никакого отношения ко всему этому не имеет. И единственное, к чему, судя по всему, и прицепилось следствие, это то, что Эпов вытолкнул из своей ограды погибшего позже Свирина, который пришел к нему просить деньги на выпивку вместе со своими собутыльниками и начал угрожать. За это время Александра рассталась с двумя адвокатами, которые отказались вести дело ее отца, и провела массовый пикет на площади Революции в его защиту. Не побоялась девушка и морозов, когда впервые вышла к зданию Забайкальского краевого суда с плакатом «Мой отец Юрий Эпов невиновен». Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.